Вечера в честь Ангамат Набаева в Нефтекамской центральной библиотеке проводятся регулярно, ведь в этом месте находится городской центр изучения творчества этого башкирского писателя. За годы существования здесь собрали десятки образцов его творчества. У него известно десятки и сотни произведений. Это в основном стихотворение, также известны его драматические произведения. 28 февраля в Центральной библиотеке провели вечер памяти Ангамат Набаева. Вспомнить о его уникальном наследии собрались не только студенты из нефтекамского филиала БГУ местного педколледжа Башкирской гимназии и 10-й школы, но и младший брат башкирского писателя. Ему Ангамат Набаев запомнился не только как поэт, но и как просветитель, который на заре своей творческой жизни обучал тетышлинских ребят литературе. Среди учеников он всегда давал такие наказания. В один день одному, значит, написать стихотворение, другой день другому. Вот так вот в 7-8 классах всегда он проводил такие конкурсы. На встрече также присутствовали и деятели искусства. Для них творчество Ангамат Набаева особенно ценно, ведь по его произведениям было поставлено множество спектаклей и творческих вечеров. Сейчас у молодежи существует и интернет, и скайп, и множество всего остального, но они очень мало читают. Поэтому лично я ценю и поддерживаю такие вечера, ведь они не позволяют забыть о творчестве великих людей. Завершился вечер согласно литературной традиции. Собравшиеся поочередно прочитали стихи башкирского поэта. Таким образом, они отдали дань памяти человеку, который, возможно, когда-то учил их бабушек и дедушек. Лариса Миронова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».